И всем привет, с вами Макс Риск. Игра Angry Waves. Топ 10 героев в игре Angry Waves. А может даже больше. В районе вашего города разрушилась война. Это еще подарочек. А ну посмотрим. Да, подожди. Я помню, я видел подарок. Ну ладно. Очень ссылка в описании на прошлую серию. Там у нас было прикольнее, там про обнову данной игры. Сейчас пособираем некоторые и расскажу все детально. Так, значит, смотрим, нажимаем героя. Всего сколько героев, я что-то как-то не в курсе. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый, 415 15 персонажей, то есть 115 персонажей, ну я напишу топ 10. Ну не знаю. Вообще как так вот. Мне сколько скоро хватит карточек, чтобы этого убить. Чтобы он был у нас именно 100. Именно до да, 10 жетонов, чтобы был скот. Также есть мастодонт, похоже как этот скот. Почти прям копия. В общем, скажите, что это значит такой фиолетовый? Как по мне, это у нас уровень. То есть значочек, видите? Ща. Редкость. Уровни. Уровни это не нужно нажимать. Это по уровню силы. Там прокачки. Время открытия. Ну, это такое. Вот редкость я всегда убираю. Тем самым вижу, что самый редкий. Это если вот у вас так будет. Приказы. Да, ваши. Так, значит, самый легендарный. Это золотые, это обычные, как это обычно, это мифические. Даже новый появился. Малыш Космос тоже записывает данный ролик по этой теме, можешь посмотреть. Да, офигенный малыш, но посмотрим. Непрорывные наступления. Первый уровень, навык таланта. После обычной атаки есть здесь просто шансы увеличить атаку войск на 6% на 2 секунды. Офигенно вообще. Так, ну это робот тоже прикольный, это уже легендарный персонаж. Также этот и этот, блин, он тоже мощнее, чем я думал. Все, я понял. Да, ты что такой качок, ага. Дальше этот чувачок. Так, бьет, механику включает себя, он такой на робот. Также у него тут есть, в общем, кто самый сильный, давайте расскажу. На моем месте тут у нас есть мощь, кто не видит, кто не вообще не знает. Тут видим обычный персонаж, сколько? 3100, правильно. Сколько тоже? 1465. Вообще мало. Это прямо вообще такой себе чувачок. Стандартненький. Так, 3200, 3100. То есть она не прокачанная, очень дело. Талант. Прокачан талант, и будет классно. Так вот. Это окей, все нормально. Ничего себе такой войск. А, блин. По-моему, не увеличилось. Опа-на, 3500. Ну, видите, 3200 было, а потом 3500. Нажимаете, прокачиваете. Может даже его бахнать, только он, конечно, ух, какой жесткий. Дальше топ-15, да. Знаем, что это последнее место. Занимает топ-15, топ-14. Итак, топ-13 занимает, на моем мнении. Я не в курсе, что-то как-то. Так, получение урона после использования навыка снижения урона обычно, так и вражеской. Так, вот, а ты что там понимаешь? Навыки, друзья, у него покрепче навыки, чем я думал. В общем, атака гонщиков, лечится атака гонщиков. Давайте так, скажи, топ-3 может быть. Так, малыш, наверное, топ-1 занимает, как я понял. После обычной атаки есть здесь просто шанс обмена. После использования навыка есть здесь 20% шансов, если не 20 единиц здоровья и увеличить атаку войск на 2 секунды. Это тоже неплохо. Малыш вообще, наверное, четко сильный. Бесконечная мощь. Блин, ну наверное мощный. Или этот мощный, а ну проверим. У меня, кстати, еще 4 навыка. Этого чувака, а всех четыре навыка, что-то не понимаю. Ну все вообще не крутые, но самый крутой, по-моему, чувачок. Да, он реально крутой. По статистике вижу 10%, 20, 10. Он топ-1 занимает. Потом рокачки идут дальше. Напиши комментарий к своему мнению, что я сбился с пути 5200.
Ты тоже 5200. А, ну уж и селега. Так. Вполне на 50. Это тоже прикольный чувачок. Может быть, ты даже на третьем месте занимаешь. Третье место. Ты, наверное, второе место, ты, наверное, первое. Нет, думаю, вообще-то четвертое. Самый сильнейший, по-моему, этот. Как думаете, напишите комментарий, чтобы я тоже знал, кто вообще там делает это все дело. Как-то у всех там таланта по 3, как я понимаю, да? Навыков по 4. Но он тоже сам прикольный. Если Васика включает бойцов не меньше 3 различных типов, то получается урон навыков уменьшается на 10%. А на носим урон от навыков увеличится на 6%. Такое себе, да, если честно. Себе, минус кому-то, и себе плюс 10. Ну, самый, наверное, милый это у нас маленький, как мы знаем. В общем-то, и, наверное, прикольный самый. Потом идешь ты. Потом, не, может быть, на втором ты месте занимаешь? Кто его тебе знает? Так что это у нас... Вешеная обезьяна. Вешеная. Здоровье, защиты. Тоже хороший. Очень хороший. А у меня такие персонажи. На. Качай за 2 секунды вообще изично. Может, мне стримить или по этой игре Джубейпс? Напиши в комментариях, мне сделать стрим или нет. Знаешь, что мне тут не хватает? Во. Забыл про это. Ну ладно. 10 секунд, да, знаете, как новичкам еще изично прокачиваться, а потом уже буду, ой, как тяжело. Так, собираем детальки некоторые. Так, говоря, построим лаватор. Давай где-то его здесь построим. Ну, хоть здесь. Я понял, что у нас была очень мощная сила. Можно кому-то присоединиться и построить мощь. Так, прокачиваем на... Да вроде же тебя прокачал, нет? 5 секунд нужно еще. В общем, друзья, хотите, чтобы я сделал стрим, то лайк, подписывайтесь на канал, и вы никогда ничего не пропустите. Так, перейти, улучшить. На 5 минут. У меня 7000 урона. Ха. Так, давай туда тебя вкачнем. Потому что пойдем побоюем. Почему бы нет? Вообще можно 100 коротко записывать, что только позволить. Но есть время, то запишу. Бля, она прикольная игрушка. Так, вот только нам нужно расшириться, как я понимаю, разведка. Так, давайте хоть убить кого-то. Зачем уран? Убивать персонаж нужно. Деревья, кстати, пропадают за них. Зачем убивать эти деревья? Так неинтересно. Ой-ой-ой. Грустненько. Всем удачи, всем пока.